Ребятки, привет! Приехало долгожданное зеркальце типа MacBook. В общем, что тут на самом деле, мы сейчас вскроем и посмотрим. Да, запечатано неплохо. Но оно маленькое, оно, по-моему, 6 на 10, на 9 там сантиметров или 8. Да, я думал, оно уже без упаковки идет. А, моя любимая, шарики, которые можно полопать. Значит, ну, сними крупным планом. Значит, вот такая вот штучка Mirror Book Air. Реально как упаковка, знаете. Тут нарисовано яблочко. Ну что ж, мы его вскроем. Где оно вскрывается тут? А. Хочу просто упаковку не хочу портить упаковку, конечно, но скрывается оно довольно-таки нелегко. О, значит так, ну вот так оно открывается, но вот либо оно получается, либо вот так его ставишь, вот, либо он назад вот так полностью открывается, то есть у него нет вот такого стоячего положения. Либо вот так посерединке мы делаем, либо полностью открываем его. Ну, тут полностью копирует MacBook, тачпад. Такое оно пластмассовенькое. Вот. Тут все порты есть. Ну, и с этой стороны, разумеется, тоже. Такой тоненький, реально, как мой MacBook Air. Вот, впрочем, вот такая штучка, очень интересный гаджет, особенно для девушек на 8 марта. Так, ну в общем, всем спасибо за просмотр, можете заказать себе такое зеркальце. Попадете на наш видеообзор, заказывайте другие по ссылочке, у нас очень много их. В общем, подписывайтесь, ждите новых роликов, ставьте лайки, пока!